На базе Дагестанского института развития образования прошел республиканский этап всероссийского конкурса на выявление лучшего педагога-психолога региона. Всего в отборочных испытаниях приняли участие 19 лучших специалистов данной области. Мероприятие проходило в двух этапах – заочный и очный. По итогам первого в следующий прошли 11 претендентов. Ректор ДИРО Гульнара Ахмедова поприветствовала участников и выразила надежду на то, что конкурсантов с каждым годом будет становиться все больше. Первый тур включал в себя самопрезентацию и психологический практикум, где участники показывали свои профессиональные творческие навыки и коммуникативные качества. Во втором туре педагоги-психологи прошли блиц-опрос, профессиональная эрудиция и конкурс-мастер-класс. В финал вышло 5 претендентов. По итогам двух туров победила педагог-психолог школы номер 1 города Избербаша Зумруд Агаева. Она и будет представлять Дагестан на всероссийском конкурсе «Лучший педагог-психолог России-2023», который пройдет в Москве.